пятницу Светлой Седмицы Православная Церковь отмечает День иконы Пресвятой Богородицы «Живоносный источник». Торжество было принято отмечать в честь годовщины реставрации храма в столице Византийской империи. Константинопольскую церковь также называют живоносным источником, так как здесь было совершено множество чудес. Храм был построен во времена правления Льва I. Согласно распоряжению монарха, церковь возводилась возле источника, вода которого считалась целебной. Считалось, что она была наделена силой Пресвятой Богородицы. Принято в этот день осуществлять церемонию освящения водой, которая сопровождается пасхальным крестным ходом. Изображение Богоматери было очень популярно еще в первые века распространения христианства. По этой причине на момент написания иконы ее воспринимали как символ Божьей благодати. К Деве Марии обращались с молитвой за помощью в многих вопросах. Постепенно значение лика изменялось, поэтому его стали воспринимать более широко. Икона «Живоносный источник» представляет собой визуальное изображение жизненного истока. Он ассоциируется с образом Богоматери и способен излечивать души верующих. В христианстве высоко ценят икону «Живоносный источник», так как она обладает целебными свойствами. Кроме этого, обращаясь к ней с молитвой, вы сможете найти избавление от многих жизненных трудностей. Среди причин, с которыми паломники обращаются с молитвой к данной иконе, выделяют исцеление от болезней. Также обращаются для избавления от душевных переживаний. Прямо во время молитвы вы сможете стабилизировать свое состояние. Нервный фон быстро снизится, а настроение придет в порядок. Вы сможете вновь взять контроль над будущим в свои руки. Обращаются к иконе, чтобы сохранить безгрешное существование и отказаться от соблазнов. Также обращаются, чтобы избавиться от пагубных привычек, с которыми не можете справиться годами. К таковым относятся алкоголь, табакокурение, а также другие психотропные вещества. Говоря молитвенные слова, люди стремятся избавить свою душу от тяжелого груза греха и отпустить любую скверну или нечисть, которая способна привести к проблемам со здоровьем. В день почитания иконы мы вспоминаем о древнем событии – обретении константинопольским императором целительного источника, у которого исцелился болящий. Этот человек в течение долгого времени, мучимый болезнью, пытался найти чудотворный источник. И в конце концов, услышав голос Пресвятой Богородицы, подсказавший ему место этого чудесного родника, нашел его и исцелился. Конечно же, с тех пор все стали почитать это место и поклоняться ему, приходить и приезжать сюда, чтобы избавиться от различных болезней. И когда этот человек стал константинопольским императором, он приказал построить у этого источника храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Это почитание было установлено в пятницу Светлой Седмицы. Отныне в этот день совершаются водосвятные молебны, и верующие просят у Пресвятой Богородицы помощи и исцеления от болезней душевных и телесных, от немощей и скорбей. Действительно, из жизни святых, из преданий церковных известны многочисленные примеры чудеснейших исцелений страждущих. И не случайно даже на Руси широко почитается эта икона. Конечно, лишь единицы могли приехать к животворному источнику, но расстояния не имеют никакого значения для человека истинно верующего. Как говорил в свое время Серафим Саровский, «Помолитесь Богу, и здесь вам будет и Иерусалим, и Афон». На иконе изображены фигурки людей, идущих к источнику и черпающих из него, приемлющих от Богородицы великую милость. А что для нас является источником жизни? Это молитва к Богу и стремление к Нему. И нам сегодня надо почтить память Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, светлый ее образ, запечатленный на этой иконе. Много известно чудесных исцелений, совершившихся за тысячи лет от этого пречистого образа, от иконы «Живоносный источник». Будем же мы и сегодня достойны приобщиться к этой благодати божественной милости Пресвятой Богородицы. Чтобы и нас не отвергнул Господь от благодати Своей, и нас, жаждущих, тоже напоил чудесный источник, дарующий исцеление душам и телесам нашим. Святой образ Богородицы, живоносный источник, имеет особое значение и глубокий смысл. Чудотворный лик Богоматери олицетворяет саму Деву Марию и жизнь Христа, протекающую в ее чреве.
Считается, что данная икона способна исцелить от болезни, излечить душу, уберечь от бед и невзгод. Перед священным образом молятся об избавлении от различных недугов души и тела, об избавлении от пагубных привычек, о помощи в поиске себя, истинного пути и предназначения. Также молятся об избавлении от скорби, печали и грусти, связанных с потерей близкого человека или со сложными жизненными обстоятельствами. Богородица помогает каждому, кто искренне молится перед ее святым образом, привносит в их жизнь счастье, радость и исцеление. В день почитания иконы во всех православных храмах проводится особая служба. И всем, кто хочет заручиться поддержкой святого образа, необходимо провести этот день в смирении и кротости, уделив большое внимание молитвам перед иконой. В этот день лучше посетить храм, где священнослужители будут проводить праздничную панихиду. Если по каким-то причинам на службу сходить не получится, то можно помолиться и дома перед иконой Богоматери. В этот день все молитвы, вознесенные перед святым ликом, обретают чудотворную силу и способны изменить жизнь человека.